Ты знаешь, куда ты едешь? Yes, I do. Да, я знаю. Я знаю, okay. Куда мы едем. Мы на 105-й улице. Вы сами сказали. Эдисон 5555. Нет, я дала вам адрес. 11:30 Мэдисон-авеню, и... Да? Yeah. Что, да? Посмотри на счетчик. Ты издеваешься надо мной? Я вас не обманываю. Да какая мне разница? Короче, неважно. Неважно, как ты меня туда довезешь. Ты, главное, довези, okay, ладно? Мисс. Хорошо, мисс. Мисс Гюлумен, примите глубокое соболезнование по поводу кончины вашего отца. Покойного мистера Гюлумяна мы все очень любили и уважали. Согласно его воле, мы пригласили вас сюда для оглашения завещания, которое было написано им лично за несколько месяцев до смерти. Где его похоронят? Рядом с его супругой. Вашей матерью. Бедная мама. Мисс Гюлумен, ваш отец оставил завещание в трех конвертах. Естественно. По договоренности я вскрываю первый из них. Позвольте мне зачитать содержание. Ну, давайте. Моя дочь – настоящее чудовище. Она ушла из дома 20 лет назад. Мы неоднократно пытались вернуть ее назад, но все попытки были напрасны. Извините. Меня зовут Аванес Гюлумян. Мои предки родом из Алашкерта. Я армянин и всегда этим гордился. Я болен. Я умираю. И хочу решить вопросы наследства. Все мое состояние... Мое состояние. Вместе с акциями и недвижимостью я завещаю моей дочери, Вирджине Гюлумен. Отлично. Посмотрим, сколько же. Мое состояние составляет... $50 миллионов США. $50 миллионов. Секундочку. О, боже мой! $50 миллионов! Вы что издеваетесь надо мной? О, боже мой! Я даже его не любила! Я понятия не имела! Боже мой! $50 миллионов! Значит, я миллионерша! Я буду... Успокойтесь! О, боже, мне надо... Могу я позвонить своей подруге? Подождите! Мне надо ей позвонить! О, 50 миллионов долларов! Вы в этом уверены? 50 миллионов! 50 миллионов долларов с учетом банковских процентов, ростом цен на всю мою недвижимость, успокойтесь! 50 спокойно. Миллионов! Я продолжу. But. Однако. Ну, так что? Что теперь? Что делать? Где подписать? Давайте же! 50 миллионов! Спокойно. Успокойтесь, Вирджина. Однако, прежде чем унаследовать мое состояние, моя дочь обязана выполнить одно важное условие. Окей, какое? В течение месяца она должна выйти замуж за армянина. За армянина? Да. Что? Официально выйти замуж за армянина. И кроме того, имя этого армянина должно быть Баргевос. Не могу поверить! Ну, конечно! Так звали моего отца и ее деда. Как же я его ненавижу! Ненавижу его! Он опять портит мне жизнь! Я его ненавижу! Ненавижу его! Я потому и ушла! Уже никогда не мог ничего дать просто так. Нет, конечно же. Да не нужна мне ваша вода, пиво мне давайте. Может быть, у вас есть что-нибудь покрепче? Пожалуйста. Нет? Если будущий муж моей дочери не будет армянином... Нет, даже слушать дальше не желаю. Или если его имя не будет... Простите, просто смешно. Это невозможно. Ни в коем случае. Этого не может быть. Такого не может быть. Этого не может быть. Продолжим, успокойтесь, мисс.
Или если его имя не будет Баргевос, все мое состояние перейдет моей родине Армении. И на эти деньги будут построены дома культуры по всей стране в честь моего отца, который всегда очень любил петь. К завещанию прилагается этот диск. Это вам. Прошу, это мне? Возьмите, пожалуйста. Давайте. Диск. О, спасибо, папа. Спасибо. Где тебя носило? О, важное свидание. А у меня отец умер. И еще мне нужно выйти замуж срочно. И еще за армянина. Да. Нет, я не пила. Да иди ты, знаешь куда? Лучшая подруга дура какая-то. А нет, ничего покрепче. Покрепче? Да. Армянский коньяк подойдет? Арарат, 20 лет выдержки. Чего? Пробовали? Нет, ну налей немножко. Тебе понравится. Погоди-ка, ты армянин? Да, я армянин, а что? Да, ничего себе совпадение. Меня зовут Боб. Я приехал из Армении 3 года назад. Работаю в этом баре, но никогда не видел вас здесь. Короче, Боб, слушай, ты знаешь кого-нибудь по имени Баргевос? Баргевос? Первый раз слышу такое имя. Смешное. А в чем дело? Да ни в чем, мне нужно найти его. Найти? А зачем вам нужен парень по имени Баргевос здесь, в Нью-Йорке? Долгая история. Ладно, расскажу, так и быть. Я сама армянка, по крови. Армянка? Да, мой отец был армянином. Ну, то есть он... Это долгая история, он уже умер. Ой, очень жаль. Да все нормально, мы с ним не дружили все равно. Он всегда пытался силой вбить в меня армянские традиции. Это было... Понимаю. Он меня так позорил, когда я была еще ребенком. Он пел при моих друзьях, а потом плакал. Из-за него я сбежала из дома. Если я найду этого парня, мне достанется наследство отца. Так. 50 миллионов. Долларов. Что? 50 миллионов! 50 миллионов американских долларов? Да. Ты получишь 50 миллионов американских долларов, если найдешь Баргевоса? Слушай, я могу поменять имя? Нет, так не пойдет. Да, слушай, это легче легкого, 5 минут. Нет, все должно быть легально. Им нужно свидетельство о рождении. Они все проверят. Слушай, а ты можешь помочь? Я заплачу тебе. Тогда по рукам. У меня есть дядя в Ереване. Это столица Армении. Он найдет кого угодно. Ну-ка, повтори это имя. Баргевос. Так звали моего деда. Можем послушать? Да. Давай. А, мне нравится. Это армянское народное? Раньше я такой не слышал, но... Твой дед поет? Да. Отлично. Эй, Боб! Да. Выключи эту хрень! Эй, козел! Это мой дед, а не хрень! Извините. Инду хамар нас кугас, яр кисамар пар гугам. Инду хамар нас кугас, яр сирун сирун сирун. Ач кирнен вар 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 вар. Mm-hmm.
Кумидуре бацуме и махетало. Таварнерес и знаю мене зарманало. Кумидуре бацуме и махетало. Таварнерес и знаю мене зарманало. И маленем, и варелем, соворелем, пиди там. Шо, шо, инповедян, зави пенгана фасенитян. Эгеди сортези кэпэн. Стоп! Ну что такое, дядь Мисак? Опять опаздываете? А мне некуда торопиться. Правильно говорит. Поспешишь, людей насмешишь и сына не родишь. Чтоб тебя! Мисак наш давно уже дедушка. Ну как не стыдно? Совсем как дети, честное слово. Выступление на нашу... Что ты мне это говоришь? Мужу это скажи. Где он? Пусть придет, задаст темп, я и не опоздаю. Ай да, Мисак, кончай своим языком трепать. Ты лучше уши свои прочисть. Я просмотрел весь городской архив. В Армении есть только один Баргивоз. Ему 52 года. Он женат, у него двое детей. Никого получше не могли найти. Как я уже сказал... Он единственный Баргивоз в Армении. Двое детей. Жена в придачу. Этот Баргивоз, чем он занимается? Заведует клубом. Окей, каким клубом? Типа ночной клуб или... Деревенским клубом. Слышала армянскую народную музыку? Нет. А про дуду хоть слышала? Нет, ради бога. Ох, чертов деревенский клуб. Деревенский клуб. Okay. Ага, супер. Спасибо, папа. Спасибо. У нас пиво осталось? Эй! Дай сюда твою мать. Ненавижу козел. Купим по дороге. Отлично. А ты здорово по-американски шпаришь? По-английски. Так ты и по-английски говоришь? Крутой. Слушай, вот не могу понять, куда мы едем, а? Ты на дорогу смотри. Нет, чтобы указатели поставить. Трудно, что ли? Чтобы люди знали, куда ехать. Это меня нервирует. Сейчас спросим вот у этого. Добрый день, брат! Ты нам не подскажешь? Так надо ехать, да? Ну, откуда я знаю? Но ехать это хорошо. А, что несешь ты, а? Мама, мама, скорее! Папу по телевизору показывают! Папу по телевизору показывают. Да ладно! Чего это он на дерево взобрался? Ослепнуть мне! Он же высоты боится! Что он там вещает? Вроде протестует. Так а что случилось-то? Что протестует? Хоть это узнать. А, зря стараешься. Все равно ничего не слышно. Сегодня любой протест не слышен. Добрый день, народ! О, боже мой. Здравствуйте. Как нам Баргивоса найти? Нестандартным образом люди, гражданин Баргивос Арзуманян требует свидания со своим братом. Просто у меня сердце на части разрывается. Такой брат у меня. Золотые руки у него. Это понятно. Ты уже пятый час на дереве сидишь. Гнездо там, что ли, у тебя? Да, гнездо свил. Я ворона. Уходи прочь, а то я накакаю. Испытай судьбу, сынок. Пометят тебя генералом станешь. А, вроде пожилая женщина. Вам не стыдно быть с ним вы заодно? Вы сначала разберите, чего человек протестует. Зачем на дерево залез? А разобрались уже. Слушай, вопрос решается. Не слышу, ты громко говори. Говорит, решается твой вопрос. Врет он все. Не верьте ему. Ну-ка, народ, в сторонку, в сторонку. Что там, говорят? Товарищ майор, не слезай.
Как это не слезает? Ну что, стрелять? Стреляй, он свалится. Давай. Доставай эту штуку. Стыдно, товарищ майор. Да не эту, ту, что у тебя в руке. Раз. Слышно меня, да? Уважаемый товарищ протестующий, ваш вопрос находится в стадии рассмотрения. Через 2 дня карантин закончится, и я вам обещаю, вы увидите вашего брата и облобызайте его в объятия. Вы увидите его через 2 дня. А это что, точно? 100% через 2 дня. А ты не сочиняешь? И не стыдно тебе так говорить? Тогда клянись отцом! Вот ведь какой, а! Послушай, как я могу тебя обмануть? Здесь гадик Шамшан. Даю честное слово полицейского. Чье честное слово? Сказал бы я сейчас, чье. А я ему верю. Вот видишь, она мне верит. Бабушка Джан. Да, я тебя поцелую. Все, перестаньте, хватит. Минуточку, дама. Дорогой протестующий, ты видишь, на что я иду ради тебя. Спускайся. Легко сказать, спускайся. А как? Что значит как? Как поднялся, так и спустись. Тут высоко. Это же... Теперь ему высоко. Галаян, да, товарищ, значит, дерево рубить нельзя. Это культурное достояние. Звони пожарникам, и пусть они разберутся. И поживей, давай. Вот, передай ему. Проголодался, небось, пусть поест. Да ладно, Нушик, через час мы дома. Гаруш, а? Только не гони. Ей-богу, Нушик, и не да первый я... день за рулем. Ты хоть узнал, где это дерево? Дорогой, дерево-то найдем. Ты лучше позвони дяде. Скажи, чтобы его в отделении не забрали. Боб! Что? Ты можешь сказать Симба, чтобы он выключил эту чертову музыку? Что? У меня от него голова трещит. Симбо. Что она сказала? Говорит, жаль, что тебя не Баргевосом зовут. Да ты что, серьезно? Смотри, я же могу имя поменять, если надо. Американка. Пара на дорогу смотри! Вот что ты делаешь? Своей дороги мало! Твою мать! За руль таких как пускаю? Хватит! Распомни. Ты что творишь, а? При чем он тут? Ты зачем? Пошли вы! Крити! Он только открыл у тебя глаза! Я вообще не понимаю, что ты делаешь! Ни на кого не знаю! Я положу здесь! Не стыдно? Маме своей, как ты будешь глаза смотреть после этого? Когда она вообще узнает? Да, иди посмотри. Куда это она, а? Все, хватит болтать. Слушай, не стыдно тебе, а? Чего стоишь? Сейчас поедем. Давай поехали за ней. Что на дороге чемоданы ставить? Ты больной? Нашел, куда чемоданы ставить? У тебя мозги есть или нет? Ну-ка, поставь чемоданы на место. А сам чемоданы на дороге ставит. Что с тобой разговаривать? Только время зря. Дорогу не знает, как правильно. Чемоданы он ставит. Поехали. Это была ошибка. Плевать, я хотела найти деньги. Какое мне дело? Я больше не хочу тут оставаться. А мы ее чуть не убили там. И плевать, я хотела на Баргевоса. Плевать, понимаешь меня? Сестричка, ты тоже знакома с Баргевосом? Баргевос, это мой зять! Это мой зять! Это ты, Баргеус? Да, он вот такой парень. Честный, на все руки мастер. Вот это такой. Судьба. А еще он отличный отец, понимаешь меня? Не могу поверить, невероятно. Эй, сестренка, ты чего? Ты что делаешь? Осторожно! Вирджи! Что? Ты цела? Да. Я в порядке. Я цела. Я вообще великолепна. Ох, ой-ой-ой, что наделали? Совсем водили. Ты представляешь, его зовут Баргевос. Баргевос? Не может быть. Полезай. Эй, друг, ты в порядке?
Так ты Баргивоз, да? Слушай, дорогой. Какой Баргивоз? Меня Гаруш зовут. Гаруш! Погоди, ты же был сейчас в клубе? Ты что, не видел Баргивоза? Он на дереве сидит! Пошли, Вирджи. Пусти меня! Пошли. Нет! Пусти! Баргивоз! Пошли, Вирджи! Что? Что? Пойдем. Ненормально. Релакс. Успокойся! Что? Релакс. Спокойно! Да, дядя. Мы едем в участок, забираем его и едем к тебе. Что? Мы сейчас едем к настоящему Баргивосу. Он на дереве. What? Что? Ты уверен? Да, этот человек не Баргивоз. Я уверен. На дерево? О, боже мой. С меня хватит. Я не полезу на дерево. Да я Гаруш! Да Гаруш его зовут! Гаруш, поехали, Гаруш, хватит! Баргивоз, да хватит уже! Гаруш, совсем с ума покажи сошли. Документы! На! На! Страховку не вызывай, дорогой! Поехали! Так, твоему брату, кандидат на выборах, предложил взять взятку. Да. А да, твой мой брат? Брат? Мой брат взял его за шкирку и выкинул с балкона, и правильно сделал. А потом? Ну что, хорошо, второй этаж был жив, остался. Брата моего в тюрьму забрали, а мы того негодяя повезли лечить за свой счет. Это справедливо? Я целый месяц не могу брата увидеть. Карантин у них. Против заразы они борются. Зараза не там, зараза здесь. А ну молчать! Не сметь оскорблять полицию. Зараза здесь. Поэтому ты на дерево полез. А куда мне еще залезть, чтобы услышали? Тогда лезь обратно, давай. Залезай, кричи, ори, давай. Народ собери, митинг устрой. Слушай, ты, Баргивоз, что изменится, а? Все только и знают бунтовать. А вот ты сам сказал, все знают, да? Получается, есть причина. Нет причины никакой. Вон позавчера, срочный вызов, поехали. И что видим? Стыдно сказать, на статую. Кто-то надел трусы. На какую статую? На ту, такая там, на каскаде. Ну, та, голый вояка такой, с пузом. Между нами говоря, эта статуя мне сразу не понравилась. Ара, ну позор же. Люди гуляют, дети. А там, значит, этот болван стоит себе, и эта штука торчит. Вчера вечером вышел с женой. Так, немного прогуляться, развеяться. Гуляем себе. Я призадумался, а она немного отстала. Она немного отстала. Я вдруг смотрю, жены нет. Оборачиваюсь, она стоит перед этим. Стоит прямо как столб и... Стыдно сказать. На это смотрит. Да, ну, женщины любят так приотстать, остановиться, присмотреться и потом сравнить. Именно я так думаю. Как, то есть? Моя жена? А... Моя жена никого ни с кем не сравнивает. Рот закрой. Галаян! А, товарищ майор? Значит так, слушай, этого берешь, запираешь, пусть пару дней посидит, подумает. Это за что? За сравнение? И за сравнение тоже. Давай. Да какие ж вы люди после быстрее, этого? Быстрее. Посмотрите на него. Что имя? Что он? Алло, слушаю вас. Слушаю вас. Так точно. Баргивоз Арзуманян. Запаздывают что-то. Гаруш мой рассказал, привезет. Значит, привезет. Угу. Не думай ты. А вы слышали? Бизнесмен Аршо, который тапки сына своего женил. Там, в Москвах. И спроси, на ком? Ну, спросила. На дочери посла Индии. И зовут ее Индира. Ну, ничего себе. И что? Дочь индийца это что? Ты спроси, певица какая у них зажигала? Так не тяни, говори. О, завещание достала. Слушайте. Дженнифер
Лопезе. Погоди, Дженнифер Лопес — это та Лопес, что зад застраховала? Что застраховала? Да задницу свою, и за большие деньги. Их? Можно подумать, кто-то на эту задницу покушался. Ох, руки все черные, возни с этими овощами. Мама, дядя Горужева в дерево врезался. Ах, что? В какое? В папино дерево? Не знаю. Он дяде Мисаку только что звонил, чтобы тот за ним приехал. Слава богу! Жив, значит. Где это случилось? Едем в город, едем. Проходи, дочка. А это не он? Здравствуйте. Здравствуйте. Я в восторге. Нет слов. Вы сегодня были просто превосходны. Кто я? Когда мы увидели вас по телевизору, вы очень... Это по телевизору показали? Конечно. Наши видели? Интересно. Ваше мужество, ваша гражданская позиция произвели на меня такое впечатление. А у вас не найдется салфетка? Случайно. Салфетка? Смбо, салфетку, живо. Я тут влез на дерево по делу. Ну, ты видел, да? И представляешь, мою шапку, эти драные сороки, они все разукрасили всю ее. Говорят, это к счастью, а куда мне столько счастья? Не говорите, скоро миллионером станете. Салфетки. Ай, слушай, тем, кем надо было стать, я давно уже стал. Салфетка. Спасибо. А как звать-то тебя, скажи, а? Держите, у меня есть предложение. Пусть наш Сэмбо вашу шапку сделает. Он ее помоет, почистит, все как надо. А мы в это время поужинаем вместе. Нет, я... Может, получится помочь вашему брату? Моему брату? Да, может быть. А вот это ты хорошо сказал. Тогда да. Сымбаджан, ты поосторожней с шапкой, ладно? А? Мне ее жена связала, ну шик. Не волнуйтесь, не стоит. Нет проблем. Ух ты! Господин Карпиз, здрасте, здрасте. Рад тебя слышать. Ты когда приехал? Прекрасно. Thank you. Когда ты видел в моем ресторане свободные места? Но тебя найдем обязательно. Окей. Бобик. Боб. Да. Слушай, а ты-то куда меня привел? В ресторан? Или на пляж? Симпатичная, да? Может быть. А ты знаешь Баргиос Ахпер? Нет. Зови меня Бариком, а? Все зовут меня Барик. Хорошо. За тебя. Ты не Барик. Нет. Ты наш кладик. Кто? Клад. Во всем мире. Ты один, Барик, ясно? Может быть. Вполне даже. Мне имя подбирал мой дед. В честь своего лучшего друга детства. Мой дед, он родом из Алашкерта. И в 15-м году друг спас ему жизнь. Значит, выпьем за твоего дедушку и его лучшего друга Баргивоса. Да, хорошо. Алло. Мисс Гюльмян, вас ждут внизу в ресторане. Окей. Бобик, у меня есть одна мечта. Хочу достать немного денег и отремонтировать наш сельский клуб. Где я только не был. А всем на это наплевать? На все деньги есть, а на культуру денег нет. Спокойно. Денег найдем. И клуб тебе построим. И культуру... И брата твоего освободим. Да? Давай еще по одной. Да мы уже целую бутылку опрокинули, а мне еще домой ехать надо. Все под контролем. Нушик-джан меня ждет. Нушик-джан. Сейчас к нам такая приедет.
Не понял. Какая такая? Не такая, а босс. Наш босс. Главный начальник. Ну, ты так и говори, а то мало ли что на ум приходит вообще. Если она захочет, уже завтра твой брат будет дома. Ты что, серьезно? А как сделать, чтоб захотела? Это уже зависит от тебя. Очень красивая, вам надо поближе познакомиться. Как это? Слушай, а может, поженим вас? Да, а Майнушик? Ты в Америке был? Я и в Америке был, и в Африке был, но никуда так и не доехал. Посла Бангладеша, который подойдет, посадите наверху. Да, подальше от Абулика. Их четверо. А вот и босс. Верджи, ты просто прелесть. Hello, baby. Очень приятно познакомиться, Баргевоз. Куда это? Что, танцевать? Сегодня будет? Да, конечно, само собой. А папа точно приедет? Обязательно, на репетицию он не может не прийти. Ну, давайте, идите, а то опоздаете. Доброе утро. Здравствуйте, тетя Нуши. Здравствуйте, родные. Доброе утро, да. Привет, пойдем с нами. Тетя Нуши, доброе утро. Доброе утро, Жорик Диан. Я домашку по математике сделал. У нас сегодня точно опять номер, урок? Кажется, ошибся. Если сегодня домашку проверять не будет, то будет просто супер. Ну, Шик. Дети в школе. Мы одни. Доброе утро. Барик? Что? Этой ночью ты меня изнасиловал. Что я сделал? Изнасиловал. Я? Да что ты говоришь, дочка? Нет, не может быть. Я насильно? Нет, никогда. Бобик! Что? Доказать тебе?
Где ты, Бобик? У меня для тебя есть это. А что это? А кто это? А это не я. Это не я. Это я ничего не помню. Ничего не помню. Это не я, ничего не было. Все, забирай. Изнасиловал. Да отвернись ты, я хоть штаны надену. Стой, подожди. Ты переспал со мной. И теперь обязан жениться. Что ты болтаешь? Послушай, где мой носок? Да отвернись же ты! Дай мне одеться, наконец! Слушай, звали б меня Баргивос, и я миллионер. Не мели чепуху, болван. Почему болван? Почему болван? Не был бы он Баргивос, и что? Эта американка тогда бы, тьфу, чихать хотела. Ах, представляю их ночью. Спереди, сзади, всю ночь шуры-муры. Самбо. Туда-сюда. Ну что, Тупое имя какое, Самбо. А вот Баргивос, миллионер, Самбо, чмо. Рот закрой. А самое обидное, что там наверху... Алло, Вирджи? Какой-то старый... Ну как вы? What? Что? В одной постели с этой белой... Самбо, внимание! Баргивос сбежал! Как? Бобик! Где ты? Выходи! Ой! Ты тоже Бобик, что ли? И я тут, как собака. Иди сюда. О, черт, скорее, мамочки. Где моя шапка? Внизу, она у Самбо. Ну что, выпьем кофе? Сейчас, выпьем, я тебе покажу. Бариджан, повторяю, у тебя нет другого выхода. Или ты летишь с Вирджи в Америку, там женишься на ней и получаешь потом за это свой миллион. Или же это видео и фотографии. Бобик. Слушаю. Салфетка у тебя есть? Салфетка? Вытри себе нос. Да погоди ты. Через неделю ты вернешься к себе в деревню. И никто вообще ничего не узнает. А мы в это время твоего брата из тюрьмы освободим. Но что тебе еще надо? Думай, как все утрясти. Что жене сказать? Завтра с утра позвони мне, дорогой. Вот мой номер. Я так и не понял, честно, зачем вы устроили это все. Но если прямо сейчас на тебя сядет муха, она и сдохнет. Бедняжка. А этой девице, скажите, и миллионы свои, и все свое зло, все пусть себе оставит. Что? Где носок? А ты молчи! Ой, ой, сестричка, потерпи. Ты что, чокнутый? Мне показалось, тебя током бьет. Это твоего папу надо током ударить, чтоб таких не было, как ты. А чего ты тогда так тряслась вся? Из туфли камень вытряхивала. Ха, ну извини. Психопат. Фу, ну что ж за день, а? Ты когда человеком станешь, Абулик? Эй, чего это ты, дядя? Какое вчера шоу устроили? Да, видел. Налокался и выпендривался. Да главное, что все получилось. Вирджа повыпендривалась, конечно, да ведь за такие деньги даже моя бабушка бы голой снялась. Идиот. Твоя бабушка, моя мать. Извини. Мне кажется, Баргивос пойдет домой...
подумает чуток. Взвесит за и против. И потом все равно откажется. Думаешь? Дядя, тогда придумай что-нибудь. Алло? Матусян, доброе утро. Как ты, дорогой брат полковник? Как дела, здоровяк? Рыжик, как там что? Укололи. Что им еще делать? А очень больно. Не бойся, дядя Маня. Для тебя специальный шприц приготовили, чтобы не было больно. Следующий. Обязательно надо выпендриваться, да? Арзуманян. Сейчас подойдет. Рыжик, сбегай, позови глаз, он у себя что-то мастерит. Да, брат, придумали вы на нашу голову. Карантина нам еще не хватало. Да не на голову, на задницу. Я предлагаю прямо сейчас всем вместе, всем коллективом ехать в город. Освободить нашего Барика. А если не освободят? Не освободят? Да. Тогда мы все вместе залезем на дерево. Да. На дерево? Но нам тогда надо надеть штаны. Уф. Не пойму я. С одной стороны, не хочу репетицию срывать, с другой сердце кровью обливается. Да, значит, поехали. Да, поехали, да, поехали. Да, поехали. Да, поехали. Да, давайте, да, поехали. Вы куда? По местам репетиция. Не плачь, жена. С этой песни. Вот хорошо, что ты вернулся. Здравствуйте. Внимание! Начали! Я всю ночь ведь не спала, и тебя, мой муж, ждала. Дело было у меня, там, на дереве, сидя. Ну, а пух ты, и глаза не побили, где тебя? Что ты мелешь, а? Жена, нет такого смельчака, кто бы смог побить меня. А милиция тогда почему тебя взяла? Нет, милиция меня отпустила. И тогда мы гуляли до утра. Что такое? Это что такое? А почему носка нету? Как так? Где это вы гуляли? Что случилось? Как гуляли? Что случилось? Он дома, что ли, не ночевал и стирал? Где? Подумай. А может, порвался? 10 минут перерыв. Сейчас. Ну что такое? Не успею порепетировать. Что такое? That is nice. Как вкусно. Что это за пиво? Баргивос. Баргивос. What? Как? The beer is пиво называется Баргивос? Не-не-не, пиво называется Киликия. Я Баргивос. О, круто. Well, then, can I have можно мне can? Еще баночку? Баргивос. Sure. Oh, конечно. Excuse me? Простите, а как зовут вашего бармена? Артур? Жалоба? Well, ну, not yet. Пока нет.
Да. Да. Значит, это за твой счет, да, Артур? Пожалуйста, проходите, мисс. Что? Тур начинается. Куда мы едем? А вы точно из тургруппы? Точно. В таком случае... вам придется сесть рядом со мной. Остальные места заняты. Окей. Спасибо. Куда она делась-то? Американка! Дамы и господа, Миквик Тур приветствует вас. Сегодня нас ждет увлекательнейший тур по всей Армении. За тебя. А потом? А что потом? Достала кусочек бумажки и читает. Барик, этой ночью вы меня изнасиловали. Ай, чтоб тебя. Барик, но ты же не мог так поступить, а? Изнасиловать? Ну? Насильно нет. Я ей так и сказал. Но, Гаружджан, я вспомнить совсем не могу. Я вот это делал или нет? Налей-ка мне. Будь здоров. Что-то, знаешь, такое припоминаю. Слушай. Вот днем на меня напрыгнула, у меня машина разбилась. Ночью прыгнула на тебя, семью разрушила. А это еще что? Там на картинках такое? Слушай, дай-ка это, картинки посмотреть, а? Сдурел? Что? Я что, буду таскать с собой такой позор? Ну, что? И что же теперь делать будешь? Ты думаешь, я понимаю? Слушай. Он мне дал номер телефона. Говорит, прими решение и позвони мне завтра. И ты что, позвонишь или как? Гаруш. Чего? Значит, ты такого обо мне мнения, да? Значит, полагаешь, я мог свою нушик бросить? Ну... Да будет тебе, Гаруш! Что за дурацкая привычка у тебя? Выпьешь, сразу лезешь в губы целоваться. Эй, да такого зятя, как ты, днем с огнем не сыщешь. Днем с огнем. Эй, дай тебе Бог. Барик? Ой, ну, Шикджан. Барик, так ты не в милиции был? Может, я пойду? Посмотрю, что там с машиной. Гаруш, далеко не отходи от машины. Понял тебя. Так ты не в милиции был, а, Барик? В милиции? А где еще? А потом? Потом где был? Потом? Потом, как я вышел из милиции, вижу, Бобик... Абулик, то есть. Что за Абулик? Ну, Шикджан, он же в кларнет дул на нашей свадьбе. Помнишь ты это, нет? Нет, дорогой. Завен дул в кларнет на свадьбе. А верно.
Значит, если на нашей свадьбе в кларнет дул Завен, то во что же тогда этот Абулик дул? Не помню. Вот видишь? А потом? Ну, потом, Нушикджан, говорят, пойдем в ресторан, да заодно, говорят, почистим твою шапку. Я когда на дереве сидел, эти сороки, они как начали того, и прямо мне вот... и всю мою... изгадили. Насчет шапки я поняла. А где второй носок? И носок мой засрадили. Значит, ты был в ресторане? Да. Хватит врать! Хватит спрашивать! О, может, ты мне изменяешь? А? Что ты несешь? Гаруш, ну-ка, займись своей сестрой! Как ты могла такое подумать? Я ей изменяю. Может быть. Я не помню. Знаешь, такого я от тебя не ожидала, Барик. Я тоже. Не верю. Не верю. Ах ты, мать твою. Носок. Делов-то. Ну, купим носок. Из-за носка. Ну и тяжелая у меня рука. Шеф, я мамой клянусь, я весь город объездил, весь город. А ее нигде нет. Во всем городе ее нет. Не знаю, куда она нет, делась. Нет, это как? Самбо, ты понимаешь, что ты говоришь? 50 миллионов из-под носа ушли, а он ушами хлопает. Нет, я не виноват. Честное слово, эта девчонка, она как фокусник какой-то. Теперь слушай, что я скажу, Самбо. Отправляйся. И без девицы этой на глаза лучше не попадайся. Понял меня? Но я город... Иди. Мужик, постой. Что это с тобой? А что? А что так раздулся? Ах, это... Понимаешь, мне худеть нельзя. Город лицо потеряет. Я же просто баланс поддерживаю. Рот закрой, баланс. Сгинь. Пошел вон. До свидания. А если она и в самом деле пропадет? Пропадет. Найдем. Абулик, посмотри, кто это? Баргивоз, кто еще? Это Гласовоз. Баргивоз его брат. Баргивоз вот этот. Близнецы? Ага. Привет, Глазджан. Добрый день. Не помешал? Говори. Матасян зовет. А что такое? Из города кто-то приедет. Надо выступить. Скажи, сейчас приду. Хорошо. Большое зубило подкинь. Да не пыли ты. А вы спеть не хотите? Ну, во-первых, я совсем не знаю армянского. Извини, пиво будешь? Нет, спасибо, я за рулем не пью. Извини. Действительно. So what's your name? Как тебя зовут? Ованес. Ованес. Вот. Что? Nothing that was. Да ничего, так звали моего отца. А меня назвали в честь моего деда.
Я уверен, все армяне так или иначе друг другу родственники. Привет, дорогая. Меня зовут Ани, а это мой муж Вольф. Привет, я Вирджи. Ну, Вирджине. И откуда вы? Я из Штатов. А мы из Гамбурга, Германия. Да. Мой муж обожает армянские церкви. Он профессиональный фотограф. Армянские церкви. Я, к сожалению, ни в одной из них не была. Не волнуйся, скоро побываешь. Мы едем в армянскую деревню на особый праздник. В смысле, на пати? У меня совсем нет сил. И по этой причине в этом году день взятия Бастилии наше управление решило провести именно в этой колонии, имеющей особое, я бы даже сказала, исключительное отношение к искусству. Бастилия – тюрьма, здесь тоже тюрьма. Революция разрушила застенки Бастилии, стало быть, и здесь... Я улавливаю вашу мысль. Ваш вопрос неуместен. Но, тем не менее, я отвечу. Слава богу, мы живем в другое время. Нами не правят короли, брабионы... Бурбоны. Бурбоны и короли. И поэтому нашей чудной стране не нужны революции. Это понятно? Начнем? Бадалян, начинайте. Прошу вас. Меня просто тошнит от этих журналисток. Что это? Наша самодеятельность. Это очень известная картина. Художник Делакруа, называется «Свобода на баррикадах». Мои верные братья! Остался последний удар! И Бастилия, наш с вами ад, разрушится! И я, ваша свобода! Это что, все заключенные? И сегодня я поведу за собой весь народ! А этот парень актер? Несите знамя! Это дядя Маня. Как вы сказали? 258-я статья. Какое странное имя. Они плохо играют. Угу. Одну минуту! Не снимайте! Не снимайте! Не снимайте! Что такое, господин Матасян? Что здесь происходит? При чем тут флаг Армении? Не знаю. Что значит «не знаю»? Наверное, хотят сказать... Что мы тоже независимые. Господин Матасян, какое отношение имеет день взятия Бастилии к нашей независимости? Кто тут за это отвечает? Гласевос Арзуманян. Статья 34-105. Да? И что? А, смотрите, вот он. Здравствуйте. Ладно, садитесь. Продолжаем. Садитесь. Я очень недовольна, господин Матасян. Хотя бы поставили меня в известность. Предупреждать же... И пусть рухнут унылые эти застенки! И на площади Бастилии, где раньше была тюрьма, пусть отныне звучат веселые песни и танцы! Браво! Ура! 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 Честной народ, всех веселый праздник ждет. Кто достанет тот виноград, он невесте будет рад. Давай, Иванес, иди. И ты тоже, сынок. Что они делают? Это праздник невесты. Если я правильно поняла, тот, кто достанет виноград, выберет сегодня невесту. Я люблю виноград.
Он это делает, чтобы завоевать твое сердце. Кстати, он еще не женат. Если выберет тебя, не отказывайся. Молодец, Аманес! Нет. Боридин, проходи. Так, дай сюда. Что там у тебя? Да, вот тут немного. Только тут? Когда концерт, говоришь? Через неделю. Успеешь ведь? Через неделю? Успеем. Не переживай, успеем. Сделаем. Абуджан. Да, дорогой. Я слышал, ты поездил, да? Ты весь мир повидал, правда, а? Барикджан, с гастролями из России даже домой не заезжались. Но это было, было и давно прошло. Абу. Да? Можно я вопрос задам? Обижаешь, брат? Ты жене своей когда-нибудь изменял, а? Ты это к чему спрашиваешь? Да нет, просто так, беседуем. Нет, никогда. Я своей Суси никогда, ни за что не изменял. Как можно? Стыдно же. Никогда? Ну, на гастролях. Как? Бывало в России вот. Особенно зимой. Ага. Ну, кого-нибудь привозил домой, чтоб согреться. Так? Нет. Это зимой. А вот летом, значит, говоришь, от жениной юбки не на шаг, да? Знаешь, иногда и летом что-то резко холодало. Так и я о том же, и я о том же. Вот эти холода как наступят, вообще не разобраться, лето на дворе или зима. А? Барикджан? А? Видно, хорошо ты замерз. А что, заметно? Немного. Абу. Ну что? Абуджан, так через неделю уже все будет готово, да? Да. Ну так значит, поспеем, да? Ну как я могу выпустить одного человека из тюрьмы, а вместо него посадить другого? Заключенные сразу догадаются, что это не он. Они же им клянутся. К тому же, очень честный и справедливый человек. История одна есть. Был здесь наглый пацан по кличке Бокс. Он этого бокса так отбоксировал, что тот 3 дня из бокса не вылезал. А теперь пусть сам полежит в боксе. Ровно 1 неделю. То есть брат его, Баркивос. Через неделю верну тебе голосовоса в целости и сохранности. И никто ничего не узнает. Ну, Барджан, боюсь я. Чего? Матосянджан, давай ты его сейчас позови. Я с ним поговорю. А там увидим, как нам поступить. Now jump. Вот так вперед. Оп. Оп. Once more again. Left. Теперь в бок. Left. Влево. Right. Вправо. Окей. Okay. Ага. Хорошо. Yes. Да.
Налево. Yes. Да. One more time. И еще разок. Enter. И поворот. Что еще? Этого мало? Нет, это лажа. То есть? Это не мой брат. А кто же? Может, ты? Я вижу, ты чего-то не догоняешь. Эта история, которую ты тут состряпал, совсем мне не по нутру. Значит, ни меня, ни моего брата этими миллионами не купишь. Это ты тоже понял, да? Послушай, я пока не закончил. Значит так, слушай меня внимательно. Если с семьей моего брата хоть одна проблема возникнет, я рано или поздно тебя найду. Не понял. Это ты мне угрожаешь, да? Пока нет. К тому же я тебе не угрожаю, брат. Я тебя сразу бить буду. Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցի գամք քո, որպես սերգինս եւ երգրի, ըս հաց մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպառնիս Как мы оставляем должникам нашим. Они, вы не знаете, где здесь можно купить крестик? Тебе не нужно. Я уже взяла тебе крестик. Благословите, Святой Отец. Дайте ей благословение. Она армянка, зовут Вержене. Пахпанич, Евхуйс Хаватацелоц Христос Аствац Мэр. Пахья, пахпанья, еворгня. Вержине, анун, агахинеско. Айлев, хачасайс. Энтлованял сур, евбадвакан хачиват кое хаутья. Харкья, пашпанья, эревели, еванеревой, паштаньяц. Аршанабурья, гоутья, патабуэ, наскес, Господи, сохрани нас. Армянка, но сегодня она в нашей церкви впервые.
Теперь ты стала настоящей армянкой. Аминь. Да хранит тебя Господь. Господи, прошу тебя, я так виноват перед... Папа! Ну что вы, что вы? Ну, Шикджан, мы втроем очень любим тебя. Очень и очень. Господь свидетель. Да. Пойдем домой. Угу. Пойдем домой, да. Верджи, я твоя крестная теперь. Это очень многое значит для армян. Мы теперь все равно, что одна семья. Спасибо. Я так счастлива, что встретила вас обоих, Ани и Вольф. Если захочешь выучить армянский, дай знать. Будем учить вместе. Да, он должен выучить язык. Какой безумный день. Я чувствую, многое теперь изменилось. Теперь у меня тут есть семья. Конечно. Мои крестные. Да. Thank you. Спасибо. I love Я люблю этот город. Take care. Береги Bye. Себя. До свидания. До okay. встречи. See you. До встречи. Bye-bye. Пока. Okay. Bye. Пока. Bye and good luck. Ну что ж, пока. Удачи. Мисс Гюльмян, по вашей просьбе билет забронирован на завтра. Ваш самолет в 8 утра. Во сколько надо покинуть отель? Когда пожелаете. Большое спасибо. Не за что. Hello, мисс Виржина. Здравствуйте, мисс Виржина. Мик Виктор приглашает вас на эксклюзивный тур по Армении. Right now? Прямо сейчас? Yes, right now. Да, прямо сейчас. А где же все остальные? Everybody? Все остальные? Только ты и я. Ну, видишь ли, завтра утром я улетаю. Я решила вернуться в Нью-Йорк. Понятно. А ты точно сможешь показать мне всю Армению за один день? Я постараюсь. Окей. Окей. Поехали. Дядя, прости, что я с утра пораньше... В чем дело, Абули? Вирджи уезжает. Куда уезжает? Домой, в Америку.
Ну, раз уезжает, значит, так надо. А эти деньги? Какие? Завещание. Все это было напрасно? Абулик, это чьи деньги? Твои или мои? Нет, Абулик, деньги что? Есть вещи и поважнее. Мы себя потеряли. Этот голосовоз в тюрьме за решеткой гораздо свободнее нас с тобой. То есть голосовоз тоже не поможет? А что ты думал? Они же братья. Представь себе, так еще бывает. Выходит, мы уже ничего не сделаем? А чего же? Я, например, кое-что сделаю. Я вас обоих провожу в аэропорт. Как вместе прилетели, так вместе улетите. Куда мне лететь, дядя? Мне опять лакейничать в этом баре драном. Но ведь когда-то ты именно об этом мечтал. Это когда-то. Я больше не хочу. Я буду здесь. Я смогу работу найти. Ты? А откуда мне знать? Ну, Шик, бедняжка, ни кровинки в лице не осталось. Да ладно, что такого? Мужчина домой ночевать не пришел, и все, устроили тут конец света. Не говори, я вам тоже пожалуюсь тогда. Хачик уже третий год трудится в Самаре. И что мне теперь, вешаться? Деньги присылает, раз в месяц мне звонит. Ну и ладно. А чем он там еще занимается? Его дело. А что вы хотели? Мужик, в конце концов. Это ты так считаешь? А ну, Шик, можешь это объяснить? Муж домой приходит без одного носка. Ей этого уже хватит. Ой, да ладно. Устроили тут армянский вопрос. Подумаешь, носок пропал. Да. Вон сын моей двоюродной сестры в Арзакане живет. Мастер на все руки. Три дня в городе ночевал. Да. У богатых каких-то обои клеил. Ага. И наверняка заодно с обоями и еще кое-кого вот склеил. Молодец. Возвращается, значит, племянничек домой. И жене, постели постель, устал, спать хочу. Да, конечно, там спать не дали, пришел домой и в сон клонит. Куда клонит? Жена стелит ему постель, снимает с него штаны, и тут глянь. На муже трусиков нет. Забыла приклеенный дома. Ты подумай. Так именно, что есть. Как? Угу. Только не его. Женские трусики. С красными бантиками. Вот она. У меня в юности были трусики с красными бантиками. Так ты сейчас с ног до головы вся в бантиках. Зачем ее обижаешь? Вот и прекрасно. Молчите, молчите. Баргивоз идет. Доброе утро, девочки! Доброе утро, Баргивоз! Здравствуйте! Здравствуй! Вы не скажете, где дом Баргивоса? Баргивоса? А что-то случилось с ним? Просто надо кое-что ему сказать. Ну, говори, слушаю. Баргивоз, это я. Хорошо, что я вас нашел. Вирджиния сегодня вернулась в Америку. Она очень просила передать вам, что сильно провинилась перед вами. Простите ее, пожалуйста. Вирджиния, это та... Та... Ну, та высокая барышня, да? Да, она. Ага. Действительно, нехорошо вышло. Мой второй носок так и не нашли? Вы знаете, про эту историю, если честно, я не в курсе, но она довольно хорошо о вас отзывалась. Хорошо отзывалась? Да. Точно? Ну да, всегда так у нас. Отзываются женщины о нас хорошо. Это от природы. Вы знаете, я еду в город. Если хотите, могу вас подбросить. А звать-то тебя как? Ованес. Баргивоз. Ованес Джан, еду брата повидать, Гласа. Целый месяц его не видел.
Фарамас-джан, с добрым утром. С добрым. Еду Гласа навестить. Привет ему. Да, хорошо, хорошо. Поехали. Ну и когда встречаешься с адвокатом? Я думаю, около пяти. Хочешь, я в этот раз пойду с тобой? Да нет, там надо просто какие-то бумаги подписать. Ну и правильно, надо уже забыть об этом и жить дальше. Типа, даже если ты потеряла $50 миллионов. Да я как-то, честно говоря, больше не думаю о деньгах. Да ладно? Тебе что, вообще наплевать? Ты бы могла больше никогда в жизни не работать. Ну, я даже не знаю. Что? Слушай, Вёрдж, извини, это вообще ты? Ты вообще в порядке, Вёрдж? Слушай, серьезно? В Армении что-то произошло. В Нью-Йорк ты вернулась совершенно другая. Да и ничего. Ладно, я как бы там парня одного встретила. Он так отличается от здешних парней. Короче, в конце он отвез меня в аэропорт, и мы ничего не говорили всю дорогу туда. А когда приехали в аэропорт, молча сидели в машине. Наверное, это от того, что нам столько всего хотелось сказать, а вообще лучше было даже не говорить ничего. Это было так странно, я не знаю, так странно. Боже, это было так просто и... Так романтично. Мне кажется, я хочу вернуться. Звучит классно. Ну, колись. Как он в постели? Он до меня даже не дотронулся. Он просто поцеловал на прощание в аэропорту и прикоснулся к моей щеке. Раньше мне ни с кем не было так... Так хорошо. Понятно, ты влюбилась и не в Риме. Я знаю тебя слишком хорошо. Раньше ты встречалась с одними лузерами. Точно. А может, мне тоже вернуться в Израиль? А там вдруг меня ждет главная любовь всей моей жизни. Такая, чтоб голова кружилась. Может быть. Мистер Роуз. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад снова видеть вас. Садитесь. Спасибо. Кстати, пока не забыла. У меня для вас кое-что есть. Из Армении. Очень мило, спасибо. Это сувенир из Армении. Полагаю, это армянские конфеты. Да, шоколад. Спасибо большое. Пожалуйста. Итак, мисс Гулумян, к сожалению, я вынужден сказать, что вы не выполнили условий, которые ваш отец указал в завещании. Это значит, что все его имущество будет переведено в Армению. Мы обязаны выполнить это. Вы помните, что было три конверта. Сейчас я открою второй. А как же третий? А третий вам передадут позже. Хорошо. Позвольте мне сперва зачитать вам письмо. Итак, все мое состояние я жертвую моей Армении. Необходимо основать на эти деньги общественный фонд, культурный фонд имени Баргивоса Гюлумяна. Баргивоса? Да. И на пост его президента я хотел бы назначить... Я хотел бы назначить свою дочь, Вирджине Гюлумян. С вами все в порядке? Итак, мисс Гюлумян, мне кажется, вам нужно начать учить армянский. Поздравляю.
мои дорогие односельчане и друзья. Сегодня весьма памятный день. Я бы даже сказал, праздник, который навсегда останется в памяти страны или нашей деревни хотя бы. 100 лет тому назад по дороге из Турции встретились 2 армянина. Они сразу подружились, поделили хлеб-соль, спасли друг друга от смерти и расстались. Один из них взял и уехал в Штаты, другой перебрался в Армению. А сегодня здесь они повстречались снова. Вернее, сегодня здесь встретились их внуки. Понимаете, а? Хачатур, мой дед, у него родились внуки, близнецы, и одного из них он назвал в честь того самого друга, то есть Баргивоз. Это я. Гласивоз Джан. Просто я первым выскочил, поэтому, да? А он правду говорит. Да, правду. А у сына я этот день хорошо помню. А Ванесса Гюлумяна, нашего благотворителя, родилась дочь, которую назвали Вержине. Именно она по воле отца и построила этот прекрасный дом культуры. Я с удовольствием хочу пригласить на сцену президента фонда Баргивоз Гюлумян, нашу Вержине Гюлумян. Вержине Джан, ну, скажи нам всем пару слов. Мои дорогие соотечественники, в детстве у меня была одна мечта – стать счастливой. И я, наконец, нашла свое счастье здесь, на своей родине. Если бы это видел отец и слышал меня, он смог бы гордиться мною и был бы даже счастливее меня. Мой дом и моя семья теперь уже стали здесь, в Армении. В Армении. И я горжусь тем, что мой ребенок родиться на своей родине. Будет мальчик! Большое спасибо, отец. Ну, ты молодец. А это что? Это тебе. Письмо. Любящий тебя отец. Случилось чего? Нет. Что-то хорошее. Да. Что-то хорошее случилось. Вержине Джан, мы для тебя сюрприз приготовили. Мы очень хотим песню твоего дедушки Баргивоза исполнить для тебя в моей обработке, пожалуйста. Можем? Приготовились? Поехали!
Never.